Приветствую всех на канале Авто 61. Сегодня у нас очередная модель из пластика. Это ЛиАЗ в масштабе 1 к 87. Производитель, насколько можно судить, по упаковочке, по блистеру, игра. Называется 89 год, стоит штамп на коробке. Ну, как видите, приобретал я ее новой. В магазине там даже сзади написано шариковой ручкой ценник 250 рублей. Это уже цены стали меняться, но еще они более-менее до тысяч, до миллионов не дошли, как в 90-х была дикая девальвация. Давайте ее более подробно сейчас рассмотрим. Автокарс. Надпись автомобиль ЛиАЗ, вот этот логотип, я думаю, игра этого производителя, вот масштаб и непосредственно на блистере сам автомобильчик. Сейчас, кстати, можно и так его порассматривать, нету водителя за рулем, хотя есть руль при этом в кабине, насколько можем рассматривать. Насколько позволит упаковка, сейчас рассмотрим модель. Давайте приближу, хотя, конечно, будет искажать. Фары видим. Даже такой аэродинамический фартук не только снизу автомобиля, но и на крыше, видите? Аэродинамический щиток выглядит очень интересно. Понятно, седло есть для зацепления прицепа. Немножко, правда, все это зеркалит, но насколько возможно, я вам показываю. Не хочу открывать, конечно, машинку, она новая. Вот, поймал я вам седло. Сзади какие-то брызговички. Снизу, кстати, интересно модель выглядит. И выхлопная труба есть, и запасное колесо. Двухскатные колеса сзади, элементы подвески. Неплохо сделано. Интересно. Вот так выглядит еще. Цену я вам уже показал, и вот штампы стоят. Вот видите, 89 год. Прага получается. Да, вот игра. Прага. И вот еще здесь. Тоже 89 год. Даже в двух местах. Будут еще Татры. Масштаб, по-моему, 1 к 120 фуры. Вот если получится сейчас вот так вот для финальной картинки. Должно получиться. Ну, почти получилось. Все, подписывайтесь, кому интересно. Тема грузовичков. Будут еще несколько моделей. И на эту рубрику. До новых встреч.